Среди участников торжеств, посвященных 20-летию Государственного историко-литературного и природного музея-заповедника Александра Блока, исследователи его творчества и дарители. Их встреча проходила в форме традиционного для Шахматова литературно-музыкального вечера. Благодаря трудам этих людей были сформированы музейные фонды. Сегодня они насчитывают более 20 тысяч экспонатов. Это редкие рукописи, книги, предметы быта конца 19-го, начала 20 века. Они составляют основу экспозиции музея Александра Блока на набережной улице в Солнечногорске, восстановленной усадьбы поэта Шахматова и бывшей земской школы в деревне Тараканово. Вот и по случаю юбилея музейная коллекция пополнилась новыми изданиями стихотворений и ученическим дневником Блока 1915 года. Их привез в Шахматово Сергей Иосиф. Этот голос, он твой, и его непонятному звуку жизнь и горе отдам. Хоть во сне твою нежную, милую руку прижимаю к губам. Значительный вклад в восстановление и развитие музея-заповедника вносит Министерство культуры Российской Федерации и Московской области, а также Солнечногорская администрация. С их помощью 4 года назад был восстановлен дом Блока в Шахматово. В честь 20-летия музея гости дарили его работникам подарки, делились своими впечатлениями и воспоминаниями о блоковских местах. Помню те времена, когда еще совсем маленьким ребенком меня родители привозили сюда на блоковские чтения. Тогда, естественно, дома еще не было, но камень был, вот этот валун, который лежит, он был. И всегда с удовольствием сюда приезжал и с удовольствием приезжаю сегодня. Предполагается и дальнейшее развитие музейного комплекса. В частности, планируется восстановление церкви Михаила Архангела, где венчался поэт, и хозяйственного двора усадьбы Шахматова. Музей-заповедник посещает почитатели таланта Александра Блока со всей России, ближнего и дальнего зарубежья, деятели культуры и искусства. Для них сотрудники музея разрабатывают новую программу тематических бесед и научных конференций. И музей в настоящее время находится на пороге таких знаменательных дат, которые мы будем отмечать в следующем году. В следующем 2005 году будет исполняться 125 лет со дня рождения Александра Александровича Блока и 180 лет со дня рождения его деда Андрея Николаевича Бекетова.